Власти Испании отмечают положительную динамику в борьбе с коронавирусом. Тенденция к снижению смертности сохраняется вот уже несколько дней. За последние сутки скончались около 300 инфицированных, выздоровевших вновь больше, чем заболевших. Подобное резкое снижение числа новых случаев заражения – результат карантина, который уже действовал на территории страны 2 недели назад. При этом отчасти из них мы узнаем с задержкой. Многие люди выздоравливают в своих собственных домах. Уменьшается и число пациентов в реанимации. За последние сутки в 8 из 17 автономных сообществ в Испании в отделение интенсивной терапии не перевели ни одного из заболевших. Правительство планирует приступить к поэтапному смягчению ограничительных мер со 2 мая. Причем в каждом из регионов снятие карантина будет проходить по-своему. К настоящему моменту от коронавируса в стране умерли почти 23 тысячи человек.